Здравствуйте, дорогие друзья. Вот решил заснять свои две машинки. Сейчас за городом. Правда, никуда не поеду, просто сниму. Вот, кто мне просил двухсотку. Двухсотку меня просили многие. Покажи. Ехать не буду, так как уже поздно. Новый год на носу. Сейчас просто так немножко покажу внутри. Что и как. Опа. О. Да, посадочка, конечно. Сейчас, кстати, включу свет. Так, где он здесь? Он включается. А, вот здесь. О. Вот. Посадка, конечно, место поменьше. Но, в принципе, не критично. Вот. Двухсоточка. Так, а я здесь даже пробег 6991 на 1 километр. Вот. Никуда не поеду, правда. Уже выпил пивка в честь Нового года. Поэтому вот просто завел, так сказать, немножко показать внутри. Ну, ключ, кстати, вот такой вот сейчас. Вот такой вот, на 200-ке такой вот ключ. Ну, конечно, выглядит, конечно, простенько. Ну, в любом случае, получше, чем до этого было. Но раньше было, как вот на прадике, ключ. Я вам покажу вам тоже. Такой вот ключик. Вот. Сиденье, черный салон. В принципе, все. Был вариант еще взять с коричневой кожи, но что-то не понравилось. Потому что подлокотник этот был бы также черного цвета. Он не коричневого. А сиденье были бы коричневого. Вот. Экранчик такой вот. Большой. Очень даже. Вот расход 15,2. Зимой, в принципе. Запас хода получается 261 километр. А у нас этого дизеля, сейчас покажу, меньше полбака. А у меня на Лексе 570, когда Лекс был, 261, когда заправил, ну, примерно 300 километров, когда полный бак заправлял, 300 километров показывал, 300 километров полного бака. Вот. Экономия на лицо. Как-то так. Подсветочка такая синенькая. Симпатичная. Раньше была зеленая. Вот это тоже симпатичная. Здесь по борт. Этому компьютеру. Вот, можно убирать здесь. Всякие штуки. Сторону так нажимаешь тоже. Здесь управляется лампочка. Компас есть. Аудио выключено. Нет сообщения, столько счетчик. Ну вот такие какие-то вещи. Тоже компас. Аудио выключено. Аудио здесь включено. Кнопки вот. Здесь подзарядка для телефона беспроводная. Здесь вот она так кладешь его, но, например, Samsung, он поддерживает эту функцию. А iPhone нужно чехол специально покупать, чтобы использовать ее. То есть чехол покупаешь, и в этом чехле iPhone заряжается. Так кладешь как бы внутрь, и все, он заряжается. Здесь вентиляция, подогрев руля, вывели. Вентиляция не подогрев. Авто есть подогрев, то есть выключаешь авто. Как бы. Вот так вот как-то. Включился. Ну что еще здесь? Такой рычажок. Ну симпатично. Все, конечно, так качественно, симпатично. Вот. Как-то так. В общем, вот показываю двухсотку.
кнопочки эти все. Ну, в общем, так вот. Я покажу на Брадика в сравнении. Это раньше на двухсотке такой был. На предыдущей двухсотке такой был ключ раньше. Конечно, еще скромнее. Ну все, глушу машину. Грязно, конечно, машина. Заглушил одну. Сейчас заглушу вторую. В общем, не без сути. Просто показал. По езде потом будет. Закрывание на ручках сделали не кнопочкой, а как бы сверху кладешь палец, оно закрывается.